Всем доброе утро! Мы на канале Ира Тревел. Сегодня мы решили покататься на квадрике, съездить в лес, посмотреть, есть ли грибы, подышать свежим воздухом. Вот такой прудик симпатичный нашли. Показать вам красоты русской природы. Помедленнее. Все, разворачивайся. Пойду гляну, что тут есть в этом лесочке, может что-нибудь есть. Дожди были, травы много. Посмотрим с краю здесь. А! Я здесь! Комаров много, мух тоже. Кое-где есть земляника. Земляника тут. Полянка земляничная. Да. Тишина. Сегодня будний день. Никого нет в лесу. И грибов тоже нет. Да! Пойдем дальше. Привет!
Да собирал чего-нибудь? Очень плохо. А ты что собирал? А я только земляничку. Это борщевик, да? Да. Зарос, заросло все вообще. Да. Раньше здесь калину собирали, помнишь? Калина вон она растет. Ну, вот, я тебе говорю, что борщевика-то не было теперь на 2 года назад. Ну, дожди были, вот он и вырос здесь. Раньше его не было. Куда мне, направо или налево? Прямо. Не поняла, вообще. Да, дорога какая-то странная. Смотри, целая аллея получилась. Красиво. Мы тут не застрянем? Нет, дела есть. Московные джунгли можно назвать. Ну да. В этом году дождей было много, поэтому такая растительность буйная. Вместо бамбука выросла. Давай прям, да. Цветов много и растений много, зато грибов.